Здравствуйте, уважаемые зрители видеоканала «Планета Дзюдо». Я Роман Карасев. Второй день я нахожусь в городе Каджиэли, Турция. Здесь я смотрю чемпионат Турции. И сегодня заключительный день тяжелой весовой категории мужчины и женщины. Ну а основная идея моего приезда – это, конечно же, встреча с Хусейном Осканом, олимпийским чемпионом 2000 года. Чемпионом Европы, призером чемпионата мира. Я с ним делаю большой видеорепортаж. И в этом моем видео вы увидите фрагменты финальных поединков дзюдоистов в тяжелой весовой категории. Ну и, конечно же, ждите большое интервью с Хусейном Осканом. С вами был Роман Карасев. Подписывайтесь на канал, ставьте одобрение. Посылайте это видео своим друзьям, размещайте видео на своих социальных сетях, оставляйте комментарии. Итак, мы заходим в зал, посмотрим, что происходит. Thank you.
подошел к концу двухдневный чемпионат Турции по дзюдо среди мужчин и женщин. А вместе с ним и мое пребывание в Турции, в городе Каджиали, где плодотворно провел эти два дня, посмотрел на дзюдоистов турецких, посмотрел на то, какие у них есть интересные задумки в соревновательном дзюдо. Пообщался с Хусейном Оскыным, сделал большое видеоинтервью. И вы знаете, каждый, конечно, дзюдоист, который сегодня выходил на татами и вчера, он, конечно, старался проявить максимум своих возможностей. Но, как говорит мой хороший друг Рустем Шамильевич, что время, место, обстоятельства. Так что терпение, друзья. И тот, кто терпеливей, время найдет его, место найдет его, и обстоятельства найдут его. С вами был Роман Карасев, и вы смотрели «Планету дзюдо». До новых встреч!